Да. А теперь давайте разбираться с вами. Вы значит, мне понравились. Нет, вы знаете, значит, вы воруете все мои видео. Как? От Батурины, Матвиенко, да. Вы меня блокируете сайт, такие люди, мы уже здесь разбирались. Вы заявляете, что я, значит, рассказываю о половом деле экс-мэра Москвы, что мне запрещено мое тело в связи полового дела мэра Москвы. Вы считаете, что вы можете просто воровать по 1000 видео в день, просто репрессировать семью, угрожать избиением. А хочешь психиатрическую больницу? Вот, именно это я хотела сказать. Вот вы себе позволяете такое, какая еще... Какая психиатричка? Я сейчас буду выставить протокол с полицией с вами. Понятно? Да мое право, моего тела. Понятно? Моего тела. Все, мы сейчас составляем с вами протокол. Мгновенно. Я обнуляю все, что я сказала Трампу. Говно я сказала. Ничего не сказала. Речь идет о моем теле. Я имею право на свое тело. Вы знаете, я хочу выяснить ситуацию, аж говорить не с Америкой, а с русскими. Нет, даже говорить с русскими, понимаете? Знаете, я завтра поеду к Вострыкину и буду выяснять вопрос. Не по Трампу, не интересует, совершенно не интересует. Мои видео, понимаете, запрещены. Значит, а мое право, значит, на... Ой, вам неправильно показываю, выглядит, как это важно. Значит, на спортивные занятия. Мое право адаптации к климату, а вы от локальной полиции? Вы не полиция посольства. Давайте составим сразу понятие. Меня зовут Маткевич Анна Юрьевна. Люди репрессируют. Мое право на спорт, мое право на контакт. От кого вы можете, пожалуйста, узнать? Хочу знать вашу фамилию, должность. Савенков Станислав Михайлович. Извините, фамилия? Савенков. Савенков. Да. Вы от локальной полиции? От Крестинского района? Да. Понятно. Пожалуйста. Значит, вам известно, чем я занимаюсь американское посольство? Да? Вам статус бы объяснили? Да, что у меня есть разрешение разговора на камеру, да? Да, хорошо, да. Почему люди угрожают мне психиатричкой за демонстрацию спортивных видео? Ну это вы у женщины спросите. Нет, да. А как? Дежда подходит, начинает затыкать, вести внимание, снимать, значит, мои видео. Она называется провокацией, мои видео воруют. Знаете, я хочу заставить с вами сразу по американскому делу ситуацию. Момент. Знаете, это репрессия. Вы хотите сказать, что меня репрессируют по израильскому вопросу? Я вообще-то... думаю, вам надо просто... Что, не снимать видео? Нет, вам просто надо не обращать внимания на таких хорошо, людей. Хорошо, давайте, когда они закончатся, эти, может, мне сами взгляд, когда они закончатся. Если мне не решил, например, разговор с Америкой, я принимаю все эти холодные войны, это нормально. Вы можете мне сказать, значит, такая ситуация, знаете, не ситуация политическая. Вы регулируете. Вот, и я объясню, что я не политик. Не ну, вам... Я же не политик, мне-то что? Я занимаюсь танцами, я занимаюсь аэробикой, я занимаюсь йогой. Я с ними видел, вот такие люди воруют у меня. Знаете, я сейчас буду висеть кроваво. Я сейчас приду писать заявление, у меня никакие танцовки, посольства и пусть не интересуют. Так вы придите и напишите. Напишу. Значит, люди от лужковской структуры считают, что мне запрещен мой внешний вид и мои авторские права. То, что записано на этой камере, другие камеры, является моими авторскими правами. Они мне публикуют психиатрию за мою адаптацию. Я знаю, это запрещено. Никакой точек полиции не снимать, это незаконно. Понятно. Вот, я заявляю, что данные люди, включая данные лицо, воруют мои люди, все такое. Накладывали на юбки, которые мне не видят, отказывают нельзя. Мы делали список перед этим, мы подавали сами люди на штампы. Мы делали проверку, что наш лицо, и таким не давало, что мы туда не ходим, а там не работали. Они хотят разок, мне публикуют психиатрию, понимаете, за мое право адаптации к холодной клетке, это мои авторские права. Я пойду на большую уголовную 2 и зафиксирую все авторское право на мою, значит, бикини одежду, понимаете, на снегу, потому что это не снег, а 12 градусов. Это у них психиатрия, что они вставляют туда по коронам. Они вставляют туда какую-то еще информацию липовую, которую я не подтверждаю. Вот мне заявляют, что я читаю информацию, когда мне заявляют, что это было по делу, значит, попался в тело. И по брюхе-секретаре я с этим не согласна. Вот Сергеевич сейчас находит, пойди по пути изнасилования, находит, значит, я не снимаю, соответственно, вот, значит, в следственном отделе, значит, прошу все по кругу, я отправлю себе рту в любой момент. На каком основании мои рефлексы на камере заявляют, что я являюсь документом, пойду по пути изнасилования, это неправомерно. Да нет никакого отношения к этому же письму. Вы сходите и разберитесь. Мы разобрали. А почему вы вот допускаете вмешательство на локальных полях?
Мне это уже критическая реакция. Это такие люди. Надеюсь, я отвижу. Считаю, что они вправе. Понимаете, в Сузуи, в своих деяниях. Мы как это? Видите, в Сузуи, в Чиранике. Допустим, Трамп общается с Израилем. Ключевые даты, я нахожу, ну вот это от Путина, походу, мы граждане все-таки собирались, что очень вышли. Значит, на этих случаях мы тоже не слышали. Я выражаю против, что последняя битва была, понимаете, она, а значит, Путинские афиши, контакты. От них скрывать мои видео, потому что публикуют мне психиатрию по делу экс-мэра Москвы Юрия Михайловича. Конкретно. Вы с этим не да, с этим не конечно. Люди претендуют на контакт, конечно, Кремлевской, значит, как бы official, да? Вот, считают, что я провожу через спортивные виды, что ложь, потому что я провожу информацию, через наши спортивные виды, как бы, да, вот это все я повторю. Это возможно, что я не знаю. Пошла, значит, сейчас я неправильно, я понимаю, юридически я разбираюсь, ну да, а ты разбираюсь с вами и с вами. Видите, пожалуйста, ваша фамилия еще раз, Савенков, да? Да, видите, какая хорошая пансия. У меня вообще остальная память, потому что я там разбираюсь, а то есть работа. Люди попрекуют меня, кто вам был, какую вам был банок. Или хотя бы для этого камеры и не допустить демонстрации. Это нельзя, это нарушение демократических основ. Да, если кто понимает, а как демонстрации права? Вы это собрала на контакт, и мне скажете, что это близко сразу. И вот холодная война. Пожалуйста, не разговаривайте, американские посольства. Я тоже починил. Я понимаю, как это. Нет, пожалуйста, можете говорить. Это... Вот прям вот. Там у вас, видите, там хорошее место. Хорошо. Тебе нашли совершенно правильно. Да нет, можете... это мне указали это место. Я ну, вот так не знаю. Ну, там оно и безопасно, хорошее. Пожалуйста. Вот, а кто этот человек, его фамилия? Она, наверное, офигеет к тому, что у меня размазаны все. Я да. Думаю, что в этом дело. Мне как смотреть зеркало. Мы не знаем, это женщина первый раз. У меня очень это самое напряженный разговор с моей пластикой. Не могут смотреть зеркало, у меня проблемы с глазами. Нет, вроде все нормально. Я думаю, что у меня очень плохое сейчас лицо, и видели. Нет, все хорошо. Это, не волнуйтесь. А как это вы не можете сказать, кто вам это дано, как просто это уже дает 36 лет? Ну, она же не писала. Она не писала? А что, она на вас выпала? Ничего не выпала. Она не вызывала? Вы сами подошли. Нет, скажите, у меня странный вид. Я где-то не по поводу Российской Федерации. Аборты запрещены женщинам. Нет, почему? Это женщина... Патя подарила мне свекровь. Я уважаю. Да, даже наоборот. Разрешены, не да? То, что разрешены. Прекрасно выглядите. Меня даже военную форму. Вот. Вы прекрасно выглядите, все правильно. Так? Да? Это не как-то не свет. Нет, мы вам разве поговорим? А ты мне таких стараешься. Разве кто-то вам сказал? Вот мой сотрудник сказал вам. Нет. Обыкновенный граждан. Прошла, что-то за ней. Меня прощать не может. Может быть, по-моему. Конечно. Видите, вы не собираете погоду, конечно, не так из выбора, я не знаю, почему я не сопротивно добывал. Как ваша должность? Заместитель начальника отделения отряда охраны номер 15. Полковник полиции. Отряд охраны? Значит, вы видите, это сейчас такое? Вот, конечно. А я думал, что вы ТВД? А? Не ТВД? Почему? А ТВД? А, ТВД тоже отряд охраны? Да, конечно. Все, смотрите, сейчас выключу демонстрацию. Да, конечно. Я хочу заметить, что у меня таких людей, которые я могу...